Да, короче, что мы сегодня волнуемся с тобой? Мы же взрослые. Давай. Короче, всем привет! Это Паша, Настя. Не месяц нас не было, но ничего страшного, потому что... Нет, на самом деле это плохо очень. Это очень плохо. Вот. Но на самом деле вы скоро все узнаете, скоро все увидите. Сейчас мы вам ничего рассказывать не будем. Завтра уже все узнаете. Вот. Но сейчас мы вам покажем, что было на протяжении последнего месяца. Именно сейчас вы увидите испуг Насти, который я обещал в последнем видео в конце. Это было очень страшно. А также вы увидите, как выросла наша маленькая племяшка. И, ребята, в этом видео будет слишком много мата, так что закрывайте уши. Окей, поехали. У нас уже традиция с тобой, да? Будет традиция. Я вижу тебя, понимаю, что ты лежишь. Почему так круто? Да, детка. Прошло так много времени, идем к нашей внучке. Внучке? Проверять. Я дедулька такой. Как выросла. Как черта. Доброе утро. Такой маленький. Такой маленький. Я думаю, вам больше почему-то. Вот. У них еще одного мало, да, ребенка? Смотрите, кого они завелись. Убери телефон, обоссыт. Тоже спала. Она, чтобы не орала, не бегала, здесь я ее на кровать положила, а потом спит. Ты что, боишься? Тебя, Паша, то все боятся. Не, она все боится, что она такая прям. У вас, Димич, все еще на работе? Ты сейчас едет уже. Че, просыпаться будем? Не играть красиво. Будем? Такая хорошенькая. Такая хорошенькая. Да? Да? Отстань. Отстань? Да. Все. Ну что, играем? Давай. Давай! Рассказывай, в чем суть игры? Берешь пальчик вот так аккуратно, и она закрывается. Покажи. Я не закрываю. Покажи. Давай. Пускай Паша, да? Давай по очереди, да? Давай. У кого закрывается, тот... Ладно. Давай теперь я. Почему там Вероники не закроют? Так знала! Чё ты дёргаешься? Да ё-моё, почему быть я? Давай, сейчас с первого раза не отгадаешь. Короче, Настя у нас официально Лёх. Летели. Летели. Трали. Летели. 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 Пам-пам-парам-пам-пам. Всю эту зиму, все свободное время мы проводили на склонах, катаясь на сноуборде. Более подробно, почему мы все-таки вам не снимали всю эту зиму, по сути, мы расскажем уже завтра. А сейчас вы увидите достаточно такое неприятное, страшное закрытие сезона, которое мы пережили. И не желали. Да, и опять же много мат. Приехали на закрытие сезона. Глушата. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, but you own this golden crown. But all my
тебе завтра привезем. Снежек послать. Уже все есть. Дышать тяжело, пиздец. Ты начинай блок вести. Тебе не холодно? Нет, а я, блядь. Дальше можешь не подложить ему по спину, не? Я вот тоже думаю. Я боюсь что-то, короче, это. Я вообще трогать его страшно. Как все скорость пустит? Снежиком спустят, если они аккуратно переложат, наверх поднимут, скорую загрузят. Мы подъемник, короче, спустят. Короче, это пизда. Просто приехал, первый спуск, прыгнул, пролетел и ногу зажало. Ногу зажало между деревом этой хуйней и перелом, блядь, видно это. Кстати, я же хотел от армии откосить. Как нехуй. Скажу, что с того пацана нога не срослась, нахуй, все болит, ебать! А, кстати, ты слышал тему? Нет? В понедельник на батут идем. Я подъеду. Вот так вот нахуй наши делают, блядь! Нихуя не сделал, блядь, Катя. Две чики. Ну-ка, поцелуйтесь. Поцелуй. Какая хорошенькая. Спать пошла, надоели. Ничего себе. Все, надоели. Короче, молодой будет ходить. Мне говорили, что я тоже, типа, короче, буду только, короче, ходить тихонечко с палочкой. Да будет ходить, все нормально будет. Короче, тот чувак, оказывается, сломал позвоночник в двух местах и ногу. Ногу видно было, и он как бы за нее говорил. А позвоночник, вот, оказалось, короче, на операцию увезли, там пиздец какой-то нахуй. Будьте осторожны, друзья. Рассчитывайте грамотно свои силы, свои возможности. И подходите вообще к этому с умом. Не нужно гнать, если вы видите, что опасность вокруг вас. И, пожалуйста, берегите себя, самое главное. Да, Лёша держится молодцом на самом деле. Он скидывал нам видео, как он улыбается. Чуть-чуть, может, даже где-то здесь видно его. В общем, все оказалось не так страшно. В принципе, конечно, перелом позвоночника – это очень страшно в любом случае. Но ему, так сказать, повезло еще, и все нормально обошлось, то есть он чувствует ноги, это самое главное, не ходить будет. Вот, и, друзья, все-таки позаботьтесь в первую очередь о себе. Конечно, жизнь надо прожить, почувствуя, попробуя все, но вот надо все равно думать все заранее. Лешка, к сожалению, немножко поторопился. В общем, вот такое получилось видео. Спасибо, друзья, что были с нами. Мы увидимся уже с вами завтра. Сегодня мы рассказали, в принципе, то, что происходило. Завтра мы расскажем то, что вокруг нас сейчас, и чем мы дышим, что из-за чего, что, как. В общем, все будет завтра. Все, расскажем. Спасибо, что смотрели, и до завтра, друзья.